И всем привет, с вами я, Леонид, и мы сегодня продолжаем играть в Star Wars Battlefront. И мы сейчас попробуем пройти последнюю миссию за миссии Clone Wars Revenging. И я надеюсь на то, что все-таки получится пройти. Я так вот подумал, что, в принципе, как можно сделать, я и поиграл еще до записи за клонов, но за других персонажей. И я узнал, что делает один персонаж, вот этот вот. И он на самом деле прикольный, и я знаю, как можно им хорошо будет пользоваться. Но для этого нам нужна техника какая-нибудь. И нас почти победить будет тогда. Почему нас почти не победили тогда будет? Это все будет связано с тем, что сейчас нам надо ждать. А мы будем восстанавливать, потому что машину. А для того, чтобы восстановить машину, что нужно сделать? Правильно. Нужно его сначала иметь, а во-вторых, нужно, чтобы ее проградили. На то, чтобы ее проградили, это нужен боец, честно. И почему-то я ее делал броя этого. Куда вы это делали? Потом я пойду сейчас здесь вот. Ай-яй-яй! Я улетел там. О, нафиг. Ай! Бля! Меня спил, брат, убил. О, там машина есть. Танк. И не один танк. Будет очень круто, если наш танк может тоже бить и танк собрать. Будет очень круто. Да, почему я его не мог убить? Стрелял на него и попадал. Мне нужен танк. Срочный танк у меня. Через кого гранат стреляет? Волчок. Вот так освободился, но не мог его взорвать себе. Да, я уже взял. Брейды. Точнее. Брейды. Людей можно как-то дроидов убить. И так без помощи. Его не будет закипать. Бывает, палок не пойдет. А то, что я упал, плохо было. Я умер до этого. Понятно, я не смогу пока взять машину, поэтому я беру. И почему, когда я собираюсь из кого-то другого взять, есть выбор? Идти на танк или не идти, а когда я не собираюсь как раз за персонаж, который какой пульс, блин. Самое обидное то, что у нас нет машин, да. Полез стреляют. Как я делал тогда? Вот здесь. Помню. Беру вот ту вот машину. Так-то по-хорошему мне танк взял. Но, к сожалению, танк я не могу взять. Так, чуть-чуть починил. Ну все, я улетаю туда. И пока я лечу, я буду стрелять по этим дроидам. Так, уничтожил. И вот тут вот как раз таки техника появляется. Да и сами дроиды. Братики. Ух ты, довольно близко там. Так, я тебя убил. Бам, 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 бам. Блин, он в танке.
все-таки попали. Неплохо. Пока. Все, ты умер. Я еще около тебя выстрел сделал. Ты должен был умереть. Меня вот это вот интересует. Почему? И танк освободился там. Там. Вы издеваетесь вообще. Почему, когда что-то хочу, я не могу это получить. Когда я ничего не хочу, я могу это получить. Танк тут целый? Да. А, он целый. Что такое он целый? Мне его даже уничтожили, я так скажу. Спасибо. Давай, стреляй. Вы можете. Давай, я слышу. Давай, болтай, не стреляй. Чтобы я убил. Ненавижу это невезение, на самом деле. Я надеюсь на то, что смогу взять вот эту вот машину, которая дымится уже. И она взрывается. Понятно, я вас понял. Я вас прекрасно помню. Вот тебе. Там дрон дымит. На. Как он так в меня попал? Я ж спрятан был. Не должен был попасть. Попался я останавливаю, хп останавливаю, потому что я теряю мало хп сейчас, потому что я. Я устрою сейчас здесь сам. Почему я с этого оружия я могу попасть, с своей винтовки я не могу попасть? Блин, меня тут проходили не слабо, на пол КП. Так. Все, я убил его. Ух ты, танк под меня сейчас сражается. И что у меня дроны для цели? Я отступаю, потому что мне нужно танк спасти это. Но у меня потом не получится спасти танк, к сожалению. Это
хотя может и получится. Почему я сейчас пытаюсь спасти танк? Я не пытаюсь защитить точку. Потому что если я буду танка иметь, и танка как раз его не сможет, он его поставит, он сразу же очень быстро против нас, то, что мне сейчас могут начать стрелять. А, давай уходим, уходим, уходим. Так, плюс один. Сандалаем по этим машинам. И, в принципе, уже все. Можно не стрелять дальше. Так, где двое? Вот он двое. Убили двое. Пам, пам. Идем до какого-то центра. Пум, пум. Ай, сразу на пол КП-то. Больно как-то было. Наши уже тут подбегают, это хорошо. Скоро захват точки будет. Я уничтожаю врагов. Ух ты, там танк идет. Ай-яй-яй, больно? Больно это вообще? Я уворачиваюсь, пытаюсь не позволить врагу попасть в меня. И, ну, в принципе, у меня получается, но это не очень хорошо делать. А мне еще нужно выжить. Еще и... Танки мне почти уничтожили, да. Я его сейчас установить надо, с удивлением, но он не знал. У меня нету, потому что персонаж, который имеет способность восстанавливать. А их тут почти нету. Уходим сюда. Уходим, уходим. Ай! Почти КП нету, сейчас умру. У меня же... Блин, я не доверял. Пока. А, нет, не пока еще. Мне нужно к союзникам желтым подлететь, а не потому что я начну чинить мне. Эй, вы. Кто там чинит? Кто там умеет, я не знаю просто. Кто из этих волосатых умеет чинить? Вот он, кто умеет чинить. Прочнение. Нормально, мне сама это убил. Зашибись все. Я опять убил. Траншет на 62. Блин, свой же. Я своего убил случайно. Я вот честно случайно, я подумал, что это дроид сразу. И вышел его. Откуда? Почему вы можете мне так сразу попасть-то? Все, я беру хороший снайпер, я особо даже не буду пытаться брать эти танки, потому что это бесполезно. Меня враг убивает, потому что. Enemy
А куда ты покатился? Стой на месте. Держи тут позиции. Главное, чтобы на нас именно танки не пошли. А еще и проблема с крыльями. Потому что на нас вот эти вот гады могут покатиться. А они принимают проблемы. Пока их покатились, не снесет щиты, в них много проблем. Минус снайпер. Минус одна проблема. Пошел вон. И у меня были припасы пошли. И офигенно. Вот почему, когда я раньше играл, мне даже не предлагали починить машину. А сейчас, когда вот это... Блин, я уже почти не топор. Все, он умирает, и он, кстати, должен чинить машину с боеприпасами. Он не чинит ее, и это очень странно. Он должен по факту убрать ее и чинить сразу, когда она сломана, но этого не происходит почему-то. Странно очень. Но я расстроен, что компьютер очень сильно глупил в моей ситуации. Вот у врага сразу вот сколько техники в самом начале. Ну, вообще везет. Итак, занимаем хорошую позицию. Блин. Я сейчас займу позицию лёжа. И я выцеливаю тех, как дальний. Ну, хотя дальних особо не полезно выцеливать, я лучше подъезжающих буду выцеливать. Я их буду убивать. Да. Ну, вы сами видите, я стреляю и попасть не могу. Остановился вовремя. Так, он свой. Ай, бля, кто? Что, даже не попадал? Походу, да. Я в него даже не попадал. Enemy forces have captured a command.
Я попадаю, сажу, правда, помалу. И капец, аж потеряли эту точку. Жесть, как так? Как наши смогли потерять ту точку, на которой я остался даже жив? Как это возможно? Главное, тиммейты умерли, там наших вас нету. Я живой. Меня вообще никто не трогает. Несмотря на то, что компьютер знал, что я здесь нахожусь, мог кого-нибудь отправить из дроидов и меня убить, он не отправил никого. Наши умерли здесь. Вот наверняка сейчас кто-нибудь да появится из дроидов. Ну что, я для команды схватил еще одну точку, чтобы они могли удерживать позиции хотя бы как-то. И несмотря на то, что я их не поддерживал, чтобы они тут находились, мы вели все на подсчет. И как только я перестал там убивать, все, мы не ведем по счету. Так, минус дроид один. Так. Вот он, еще один дроид. Получи-то уже патроны в спину. Все, убит. Минус проблема. А, капец, как тяжело там. Ну, спасибо. Тогда это. Так, кругляк тут. Правильно. Мне даже не отвлекается. Потому что мы знаем, что мы здесь находимся. Нормально. Я умер. Вот. Никто не починил. Так, беру вот эту вот персонажа и бам. Потом еще один бам. После этого перезарядка. Последнего врага и бум. Бум выполнил, произошел, но он не. Ладно, я более близкие цели выбираю и по ним стреляю. Бам. И еще один упал. Перезарядка.
про танк. Танк это цель побольше. Повкуснее. Когда у тебя... Ну, это... Довольно хорошее оружие. Против танка. Я просто как спичечные крабки буду разбирать эти танки сейчас. Ой! Попал в кого-то. А сейчас никого не попал, к сожалению. Давайте танки свои. Подводите сюда танки. Ну вот, он не знал то, что я в него выстрелил. А он увернулся как-то. Что за бред? Что за бред? Тут я еще могу согласиться с тем, что он потому что он убежал, пока он взял траекторию. Но он тогда не знал же о том, что я бы его выстрелил. Такая хорошенькая машинка стоит. Мне охота ее взять, но наверняка не позволит это делать. Да. Вот эта вот машина мне не позволит развести сделать. Которая под управлением прокатывает. Он ее просто уничтожит. Чтобы ни им, ни другому не досталось. Подальше. Enemy forces have captured a command post. Our reinforcements are being depleted. По-хорошему, нужно сразу вмешаться в технике, в самом начале. И удерживает позицию, где у него находится техника. По-хорошему. Но это на самом деле очень тяжело делать, потому что тебе вот нужна вот та вот машина. И на то, чтобы ее получить, тебе нужно взять пульсовый пас снимал. И дождаться, когда она еще и появится, если ее уничтожит. Это ой как много проблем. Потому что если ты побежишь, да, ты добежать можешь, но это теперь зависит от той попытки, у тебя получится добежать там. Так, боеприпасы я тебе изготовил, один магазин готовил боеприпасы. И я тут удерживаю позиции для своих клиентов. Ладно. Десант. Не удался. Так. За снайпером. Сейчас за снайпером зайду и побегу как раз к вражеской точке. И перед тем, как я побегу к вражеской точке, я вот этих вот поубиваю. Потому что у них проблемы сейчас для команды. Всего у нас в команде осталось 9 жизней. Это мало, я скажу там так. Это очень мало, когда против вас у врага когда 30 жизней. Ну уже 29. А у вас 4. Самое главное, мне еще нужно добежать до вражеской базы и ее захватить. И я уже последний, и у меня это не получится за 20 секунд. Нет, добежать я, конечно, успею. Но захватить вот это вот... Да, я не успею.
потому что я уже умер. И это очень ценно. Как я раньше прыгал с такой же высоты, я терял пол КП, может, больше, чем пол КП, а сейчас... Сейчас я умер. Странно, с чего это? Ладно, я не буду сейчас сражаться здесь, я пойду сюда. Ну вот на Татуине я буду. Вот это вот как. Сейчас я его покажу. Он очень прикольный. Вот он, Дарк Тропер. У него оружие как дробовик. Вот, и он умеет вот так вот перелетать с одного места на другое место. Ждем зарядок. И пока ждем, закидываем с гранатами. Пум! Пум! Наши на подходе. Правильно! Сразу первый гранат. Ну ладно, не будем расстраиваться. Мы потому что сейчас... Туда опять вернулись. Полетели! Пум. Один тут враг. Да, кстати, на дальней дистанции это оружие, но неэффективное. Вы сами видите, из-за чего. Я нахожу. Так, вовремя взрывается. Именно в то время, когда я хочу дойти. Хорошо, подлетел. Надел силу. Пум. Вот он. Пум. Так, какого фига? Не освоил. А, я сам себя убил. Я ж не кидал гранат. Какого фига, спрашиваюсь? Чё за невезение какое-то, блин? Гранату закинул. Разорвалась. Не убил врага. Вот он, еще один косичек. До свидания. Фум. Вот он, граната. Я живой еще. Я жив. Я буду жить. Я буду долго жить. Я вам... Я помолчу. Почему так долго захватывают ту одну жалкую точку? Одна жалкая точка, которая должна быстро захватить. Мы ее не можем захватить. Что это за меня? Какого фига меня свой же убил? А, меня враг убил. Какого фига? Чёрт не идёт мне с той точки, поэтому я приду на новую точку. Всё, я тогда... Пам! Минус.
Вот вам граната. Пау. Минус. Отходим, нужно КП установить, потому что... Не, я установить КП нигде не могу. О! Ждали. Кто не ждает, фиг. О, у меня сейчас... Нет! А, это не он. Да ладно. Я просто думал, что это Вендер был. Надо проходить. Перелетаем с одного места на другое место. Пока перелетаем, потом все убивать врага, который будет спавниться здесь и нам мешает. Все, полетел, до свидания. Да, туда я перелетел, а замечательное место там. Осталась та точка, которая очень долго держится, которую мы не можем схватить. Она должна самая первая нападка. И мы уже почти одну точку потеряли. Эх, мне нужно то, что мы почти точку потеряли там. Так, Дарт Вейдер, давай. Мы захватим эту точку. Our long-standing listening outpost on the card. Холодная карта. Я опять беру вот эту вот, и тут сразу еще сюда, бьюсь об стенку и бегу захватывать точку, потому что мне нужно захватить точку, быстрее, чем враг. И потом еще к той точке добежать, если получится. Ну, я скорее всего не получится этого сделать, потому что она ближе к врагу находится.
побегу, захватываю ту точку. Ну, маловероятно то, что у меня получится ее захватить. Ну, за мной союзник бежит уже. Хорошо. Ну, вот враг ее уже захватывает, потому что... Отходим пока врага. Все, мы его обошли и начинаем его убивать. Да, тут сзади. Ух ты, как я хорошо нарвался. Вот он, гранатор. Бам. Пока. Минус. Все, я захватываю точку. Походу, я пытался останавливаю. Где враг? Лови гранату. Пам. Как спину. Чтобы за спиной следил. Все, прилетаем с одного места не прыгаю. А, почему? Я застрял в стволе. Я из-за ствола не мог никуда проходить. Я взял, просто в стволе застрял. Пам. 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 Вот он, гранат. Здравствуйте, господа. Бум. Все, я теперь на втором этаже. И сейчас я буду захватывать. Пам. Граната через фиксурки пошла. Залетела, точнее. Отъявился. Да, это два здесь. Дальше захват. Пам. Пам. Ну все, он убит. Ух ты, у меня тут еще гранату закинули. Вот там он как. Перепонести. Так что ли? Кто откуда тут взялся? ТПшки восстанавливаю. Ух ты, все мои пролетел. Что он тут забыл? Непонятно. Как же я здесь могу так? Пошел вон от моей точки. Моя точка. Я там пролететь не могу. Все, снял его. Пам. 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 Эх. Меня гранаты убили. Беру вот эту. И я теперь иду, захватываю ту точку. Там толпа такая. Вот одни гранаты вижу. Ну тут уже с ним легко справиться на самом деле. Потому что там последний не первая точка, а во-вторых, ну, они скапливаются в одном месте. Больше всего. Ну все, Виктор. Быстро как-то победили, легко было. 18 убийств, твоей смерти и твоей точки закончено было. Неплохо. You're sure the homing beacon is secure aboard their ship? I'm taking an awful risk, Vader. This had better work. Карте, потому что я не хочу пытаться ее пройти сейчас именно.
Буду заканчивать на этом видео. С вами был я, Леонид. Всем удачи, всем пока.